Зюрих, Санкт-Петербург, Россия. Тимотерон, Ганнин, Германия. Сет, Волейбол Кап, Полуфинал. Матч between Зенит Санкт-Петербург, Раша. Тимотерон, Ганнин, Германия. Уважаемые болельщики, вчера исполнилось 75 лет легендарному спортивному комментатору Геннадию Сергеевичу Орлову. Волейбольный клуб «Зенит Санкт-Петербург» поздравляет Геннадия Сергеевича и желает ему крепчайшего здоровья, успехов, покорения новых творческих вершин. Именную футболку волейбольного клуба «Зенит» юбиляру вручает заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, директор клуба «Зенит» Владимир Васильевич Самсонов. Еще раз все вместе аплодисментами! С днем рождения, Геннадий Сергеевич Орлов! Громче, 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 Сибур Арена! Мы начинаем прекрасный волейбольный вечер! Телеканал «Старт» и комментатор Тарас Тимошенко приглашают вас в Санкт-Петербург, где через несколько минут начнется матч Кубка ЕКВ по волейболу сезона 2019-2020. Местный «Зенит» будет принимать немецкий «Унтерхахинг». Ну и, если уж совсем полное название команды говорить, то «Хиппотироль Альпен Волейсхахинг». Ну, «Унтерхахинг» как-то проще, и особенно в процессе матча. Разумеется, для того, чтобы не тратить лишнее время, значительно актуальнее, наверное, употреблять. Сегодняшний вечер для «Зенита», в принципе, обещает, наверное, быть приятным, во всяком случае. Мы рассчитываем на это, безусловно, но сильно уж совсем бежать впереди паровоза не будем, потому что прекрасно знаем о том, что немецкая команда на своей площадке в первом матче, который проходил 25 февраля, борьбу все-таки навязать сумела. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу «Зенита». Причем, в общем-то, пожалуй, все-таки нельзя сказать, что это была однозначная игра упущенных возможностей для «Зенита». Во-первых, потому что команда матч все-таки выиграла. Это матч в гостях. И в фундамент победы в двухматчевом противостоянии очень немалого размера кирпич был положен. Во-вторых, все-таки, безусловно, да, нужно обращать внимание на тот факт, что со счета 0-2 немцы сумели отыграться, но, опять же, там нельзя сказать, что в этих партиях что-то по-настоящему «Зенит» терял, да, все-таки они в основном, эти самые сеты под номерами 3 и 4 последовательно были более или менее под контролем немецкой команды и достались «Унтерхахингу» как-то не сенсационно, не внезапно, а вполне, в общем-то, заслуженно, исходя из того, как сюжет развивался в этих самых сетах. Ну, и самое важное для нас, безусловно, то, что «Зенит» взял пятую партию, 3-2, и, в общем-то, все необходимые предпосылки для того, чтобы добиваться победы итоговой после двух встреч, разумеется, есть. Вот на это и будем рассчитывать. Мы видим, что команда появляется у нас в более или менее боевом составе, без всяких послаблений. Ну и что касается немцев, нужно, конечно, учитывать, у них проблемы на данный момент есть не только в Кубке ЕКВ, но и на последнем этапе сезона и в чемпионате Германии. В Бундеслиге, где на протяжении двух матчей, с учетом Кубка ЕКВ, получается, на протяжении трех матчей подряд, они оставались без своего основного диагонального.
Паулу Виктора Косты да Силвы. Да, это один из самых результативных игроков Бундеслиги. Игрок, который в общекомандное дело в Унтерхахинге, безусловно, значимый вклад вносит, поэтому без него однозначно приходилось непросто. И частично на это, конечно, списывают и поражение в первом матче от «Зенита». Но в первую очередь, конечно, два подряд поражения в Бундеслиге от принципиальных соперников. 22-го Унтерхахинг проиграл Фридрихсхафену, и 29 февраля поражение от Франкфурта. А это команды, с которыми данный клуб, соперник «Зенита», ведет борьбу за вторую строчку в турнирной таблице. Ну и в этом отношении, конечно, результаты были сверхважными. Понятное дело, что как раз на расклад турнирной таблицы они не могли не повлиять. И вот до этой самой пары матчей Унтерхахинг находился вот к этим данным соперникам своим вплотную. Ну а сейчас уступает им 4 очка. Соответственно, с поправкой на то, что происходило в матче с «Зенитом», первым домашним для немцев матче в этой серии, получается, что у Унтерхахинга на данный момент серия из 3 поражений подряд. Которая, безусловно, радовать не может. Чему же здесь радоваться? Ну и в попытках найти оправдание, в первую очередь, говорят о проблемах с основным диагональным. Тут в последних играх в старте выступает Джером Кросс. Мы и сегодня видим его на площадке под третьим номером. Это, в принципе, по ходу всего сезона основной диагональный немецкой команды. А вот в последних матчах ему приходится брать на себя на данной позиции основную нагрузку в стартовом составе. Сказать, что было совсем плохо, нет, наверное, не приходится. В том же самом матче с «Зенитом» он и нападал немало, и добился в конечном счете процента не такого уж плохого, эффективности в атаке 47. Но, опять же, в общем, если брать расклад сил в этой команде на данной позиции, то понятно, что Костя, безусловно, основной, и этот момент надо учитывать. Это их проблемы, как бы цинично это ни звучало, для нашей команды это все-таки задачу облегчает. Хотя нужно учитывать, что там, как ни крути, даже если был бы основной диагональный, «Зенит» с этим своим составом, безусловно, несмотря на все назначенные мною факторы, в этой паре фаворит. И был бы, и есть. Сегодня по возможности, конечно, хотелось бы добиться победы малой кровью и однозначно не доводить дело до разборки в пятой партии, как это в конечном счете после счета 2-0 случилось у нас в матче, который в Унтерхахинге проходил. Заступ. Скажем, не самая впечатляющая атака получалась. Такая по структуре своей не очень-то на пайп похожая, не очень взрывная. И не сказать, что из-под акцентированной угрозы первым темпом. Да, еще и заступ в конечном счете был. Вот сейчас получается несколько лучше. Хотя здесь, конечно, все возможности тоже были для того, чтобы доигровщика немецкого клуба прикрыть. А тут немножко не успели. Рейс. Нет, расслабиться совсем не дадут, конечно, потому что, безусловно, команда это однозначно покрепче, чем соперник «Зенита» на предыдущей стадии Кубка ЕКВ. По Будве с самого начала было видно, что шансов там особых не будет. И находились они на площадке в рамках противостояния «Зенита» исключительно в полном соответствии со знаменитым олимпийским девизом, в соответствии с которым, как известно, главное участие. Геннадий Сергеевич Орлов, как всегда, на рабочем посту. За несколько минут до начала этой встречи небольшая церемония чествования его состоялась 2 марта
2 марта нашему прославленному комментатору исполнилось 75 лет. Ну и «Зенит» ему вручил по такому случаю символическую майку волейбольного клуба с номером 75. Работает соответствующее оборудование в зале, поэтому в том числе у нас у зрителей в зале непосредственно есть возможность узнавать скорость подач. На это мы слышим, по интершуму порой обращает внимание. И диктор, вот скорость последней подачи была 106 километров. Этот мяч сверху, главное, в приеме для начала обработал неплохо. Камеха, ну а затем трудности возникли, потому что очень хорошо на данную атаку первым темпом вышел Дуглас. Бразильцев в составе в целом этой команды несколько, но вот диагонального мы в данном случае с вами держим за скобками. Ну, опять же, и центральный Дуглас и пасующий Данила. Их тоже не будем забывать. Но в целом здесь интернационал такой, как это частенько в европейских командах и водится. В этом нет совершенно ничего удивительного. Француз, австриец, словак, словенец, финн, украинец. Ну и кроме этого, вот не будем забывать, канадец на позиции диагонального, по сезону в основном резервный, в данном случае выступающий в старте. Удалось, удалось им прихватить на блоке. Один в один. Ну, что касается атаки первым темпом, то это очень часто ситуации в один в один. А что касается уже атаки на краю сетки, то тут значительно реже такие моменты мы видим. К сожалению, расклад сил был не в нашу пользу. Но тут все шансы у Кросса были проходить в ходовое направление. Видно хорошо на повторе, что ситуация на блоке позволяла. Понятно, что Грозер собирался сделать в ситуации с этой аварийной передачей. Наверное, самый очевидный вариант для того, чтобы все-таки попытаться выиграть данный мяч. Но касание блока его нащупать не сумел. Матч начинается не беспроблемным образом для нас. Все это вполне можно пережить и пройти. У главного тренера Унтерхахинга Штефана Христиански, тоже, кстати, Штефана, и тоже, разумеется, Христиански, это речь про его сына идет, сын играл какое-то время за эту команду. Ну-ка, и очко достается «Зениту» и конкретно в данном случае Лукашу Дивишу. Расстановку проскочили, это было очень важно. Игорь Филиппов на подаче. Кстати, если о центральных «Зенита» говорить, то не будем забывать, что очень прилично концовку первого матча в Германии проходившего провел Алексей Сафонов. Большую часть четвертой партии плюс пятую полностью. И, прям скажем, оказался не бесполезен. Мяч после скидки, к сожалению, падает. В
Все хорошо для немцев. Кросс начал игру с одной неудачной атаки. А дальше он все-таки более или менее втянулся. Ну, пока. По крайней мере. Баланс для него скорее положительный. Посмотрим, надолго ли все это будет. Штатная более или менее ситуация в тот момент, когда речь идет о такой подаче Георга Грозера. А мы ждем ее в тот или иной момент матча как нечто само собой разумеющееся. Очень хорошо, что с самого начала все очень и очень неплохо с этой подачи пошло. Расстреливает он углы площадки сначала по первой зоне. Хотя там все-таки какие-то шансы принять оставались. В вот этой ситуации, когда подача полетела в 5, уже она неуловима абсолютно. Ну и очень резко ситуация у нас изменилась. Теперь уже очередь тренерского штаба Штефана Кристиански брать этот перерыв. Следом за тем, как Томас Самел использовал свой. Тоже вполне похоже на прием. И нет, касания не было тут. Так, счет у нас по титрам отсутствует как класс с той точки, где установлены основные трансляционные камеры. Столика я тоже не вижу, но по моим ощущениям 11-11. Отыграться неплохо удалось, хотя в конечном счете Клэр удобнее сильно не стало, и ровным счетом ничего придумать он не сумел. Жаль, что в этой ситуации в итоге мяч теряем, потому что достаточно спокойно выстояли под атакой со стороны Унтерхахинга, если это можно так назвать. Скорее был такой намек на нее. Но, с другой стороны, стоит подчеркнуть, что то, что Лукаш Дивиш хотел исполнить, было не настолько просто. Это был достаточно небольшой коридор в линию. И мало того, что нужно было пройти между антенной и блоком, так еще и в площадку попасть. Последним он не справился, сильно переживать по этому поводу не будем. Мяч за. Дуглас пошел подавать. С непростой совсем планер оказался. И в итоге ситуация, увы, более или менее аварийная. Фрибол. Просто отдаем мяч сопернику. Ну и тут уже Дмитрий Шаврак в 4 от блока отбивается. В этом матче вышел с первой партии. В предыдущей встрече роль у него была относительно небольшая. В трех сетах появлялся, но выходил исключительно на замену. Порядке полнейшем Дарьял Камеха, но в этом случае трудностей у него и не должно было возникнуть особых. Так не просто под таким планером, когда речь идет о необходимости принимать снизу, но снова в неочевидной ситуации, на этот раз в еще более неочевидный украинский доигровщик немецкого клуба все-таки выживает. Очень удачно мяч у него между рук провалился.
Жаль, что так получилось, потому что, конечно, в такой ситуации у блока много времени для того, было для того, чтобы прийти сюда в свою двойку и качественно сыграть против 4 атаку, то как минимум остановить. Ну да ладно, ничего страшного. А вот это вот надо бы потянуть обязательно, и получается. Кроме этого, Ковалев еще должен был успеть к этому мячу. Что тоже получилось. А дальше высота съема Орела Камеха делает свое дело. И главное, что достаточно удачное попадание с точки зрения глубины атаки в данном случае. Мы видим, что Андреев, ну, как, собственно, и должен, располагался там, где нужно в данном случае, по линии. Вот будь эта атака буквально на полметра поглубже, у него, безусловно, были бы шансы определенные. А это минус. Минус в данном случае Санкт-Петербургскому «Зениту». И трудности, увы, по первой половине этой партии, которая постепенно уже во вторую половину перетекает, возникают с атакой первым темпом у Игоря Филиппова. Два мяча он по ходу этого сета уже не забил. Все это позволяет пока в полной мере более или менее сохранять контроль над ситуацией в данном случае. С некоторой натяжкой так можно говорить о Терхахенгу. По крайней мере, они предельно близко по счету находятся. Я, честно говоря, не уверен, что в данном случае мяч бы однозначно перешел трос после этой атаки кросса. О, тут наведенный мяч. И Жерома Плеру просто некуда было откручивать его. И единственный шанс для того, чтобы выжить, заключался в том, чтобы, ну, хоть как-то суметь отыграться. И то понятное дело, при том, что мяч, ну, практически в руках блокирующих. Вероятность того, что он все-таки от блока отскочит, совсем не так, как тебе нужно, была, безусловно, очень велика. Педро как раз таки прошел переднюю линию после этой своей удачной атаки и отправился подавать. Да, это еще один бразилец в составе этой команды. Очень серьезный бразилец. Ну и тут можно понять сейчас радость Игоря Филиппова в этом самом случае, потому что у него лично с точки зрения атаки многое по ходу этой партии не клеилось. А сейчас зона такая, какая надо. И передача хороша. И, соответственно, все возможности у него для того, чтобы забивать. Поэтому реакция была действительно эмоциональной. От рук. От рук Данила. Мяч, безусловно, уже уходит в аут. Грозер здесь сделал все так, как надо. Очень хладнокровно действовал в этом эпизоде. А его тренерскому штабу гостей приходится использовать уже второй тайм-аут в этом сете, который проходит отнюдь не без борьбы. Ну, вот сейчас преимущество определенное, пусть пока небольшое, уже достигнуто. Необходимо на нем в концовке закрепиться. 20-18, один брейковый мяч в запасе.
Другие матчи на стадии четвертьфинала Кубка ЕКВ должны состояться у нас 4 марта. Ну, одна маленькая поправка. Мы не знаем точно, когда состоится матч Моданы и Аячо. Проблемы в Италии известны. На них, наверное, о том, какие это проблемы, рассказывать лишний раз не стоит. А так все более или менее в курсе этого информационного фона. Ну и, понятное дело, все эти проблемы с распространением коронавируса, они бьют в том числе и по итальянскому спорту, в том числе и по волейболу. Поэтому нам ясно то, что ничего не ясно. Матч Моданы и Аячо 4 марта точно не состоится. О, хорошо, от души. Абсолютно уверен был в том, что блок здесь пройдет, поэтому забивал достаточно круто. Это 6-й метр плюс-минус. Так, вот эта вот подача его немалую роль сыграла в предыдущей расстановке, когда он выходил. И сейчас как минимум кое-какие трудности возникнут у них. И здесь нет, не зацепиться за этот мяч. Ну, хорошо, для них хорошо, безусловно, то, что с первой попытки расстановку с подачи Георга Грозера не сумели проскочить. Иначе в концовке было бы совсем больно им. И, пожалуй, если сейчас не с первой попытки, то дальше шансов бы уже и не осталось. Георгу придется справляться с не самой простой передачей. Мяч этот, если рассматривать эту передачу именно в контексте атаки с задней линии, был не самый удобный для него. На выходе полный порядок. Попробует Дивиш укоротить. И это отнюдь не бесполезно, потому что Данила пасовать толком на сетке не может и дальше спокойно доигрывать. Шавраху. Здесь бесконечно вести в 4 не будет. И забив пару непростых мячей, вот на этом отведенном, который еще за головой у него был, ну, он как минимум не проиграл, что уже было неплохо, выиграть было, это было бы слишком. Так, видишь, там, судя по всему, у нас на замену Никлас Кронхалер вышел. В составе Унтерхахинга. Ну, да. Вот, собственно, его. И его пара рук немедленно пригодилась. Это тактика более или менее стандартная, когда появился свежий принимающий. Надо немедленно проверить его. На что он там готов? На что он там способен? В данном случае справился без проблем, но без особых трудностей прием этой подачи и не предполагал, пожалуй, что. Аут и 24-21. Сетбола у «Зенита». Планеру Яковлеву в среднем вполне подходящий для того, чтобы доставить кое-какие трудности. Тут мяч мог улететь теоретически, но пасующий все-таки до него дотягивается. А, перед съемом решает взять тайм-аут Томас Самелво. Съем этот, понятное дело, обеспечивает команде победу в первой партии. Спокойненько, без шума. И Фуле, финский тренер нашей команды, разобрал расклад сил.
что называется, по существу было в первую очередь то, что касается страховки. Ежели таковая будет актуальна. Будем надеяться, что нет. Но я обратил внимание, да, на то, что диагональная сильная подача. Это само собой. Так, вышел Саша Шталикар на переднюю линию. Понятное дело. Попытка усилить в этой расстановке блок. Даже в этом, в общем, нет ничего. По-настоящему удивительного. Ну и все, первая партия заканчивается. Вот, кстати, на подаче-то был не диагональный. Я, может, просто не так услышал то, что говорил Томас Самуэлви, но Даниэль кончил это резервный пасующий. Унтерхахинга, да и никакой сильной подачи не последовало. Партия закончилась абсолютно штатно для нас, без какого бы то ни было стресса. Ждем начала второго сета. Ну что, переходим ко второй партии. Начнет ее подачей Жером Клер, французский доигровщик Унтерхахинга. А мы пока немножечко пробежимся по индивидуальной статистике по итогам первого сета. Ну, ожидаемо все не очень здорово у Игоря Филиппова. Один мяч из четырех он только сумел добить. Зато важно, безусловно, то, что два очка на блоке он набрал из трех общекомандных. Полный порядок у Ореола Камеха, который нападал относительно немного по сравнению с Георгом Крозером. Пять атак, но он практически все и добил. Четыре из пяти. Поэтому, если чистый процентаж брать, то это смотрится очень эффектно. 80%. Но
пока все-таки выборка относительно небольшая, и на этом уровне, безусловно, удержаться будет достаточно сложно. Хотя посмотрим, как пойдет. 44% у Георга Грозера. Особых вопросов нет. Нет особых вопросов по качеству приема. В сумме 63% позитивного на команду. Из этой самой статистики у нас немного показателей Евгения Андреева выпадают, но он и принимал-то всего 3 раза. Поэтому его личные 33% за первую партию позитивного приема, они общей картины не портят. Так, более-менее ничего, вроде бы, опять же, по цифрам у диагонального канадского Джерома Кросса. 44%. Один раз он всего в блок стукнулся по ходу первой партии. Ну, добил 4 из 9. Не так уж страшно для нас. Многое смягчается, многое поднимается, поэтому прям сказать, что прям страшно было, об этом, конечно, говорить не приходится. Но сейчас очень удачно попал в подачу. Безусловно, могло показаться сначала, что мяч может уйти в аут, но все-таки заднюю линию Кросс зацепил. А даже, пожалуй, не зацепил с внутренней стороны этой линии попадания. Мы сейчас видим. Вот так более или менее неплохо у него в какой-то момент было с атакой. В тот момент, когда Унтерхахинг вел пару очков. А дальше его удалось более или менее прикрыть. И в том числе поэтому решить исход сета в свою пользу. Это, понятное дело, аварийная передача, которая Георгу Грозеру в этой ситуации, когда он нападал из 4, только, понятное дело, на передней линии появившись, она им ничего хорошего не обещала. Выглядит немного расстроенным, ладно, ничего страшного. Здесь Георгу придется поработать в качестве связующего, еще и подстраховаться, нападать в этом розыгрыше он не нападает. Но работы с точки зрения общей игры хватает ему более чем. Вот практика. Не очень удачно начинать сет. К сожалению, превращается для «Зенита» в традицию в этом матче. Но, опять же, мы исходим из того, что запас прочности по отношению к этому сопернику достаточно велик для того, чтобы мы могли к этому более или менее спокойно относиться. И это должно подниматься без вопросов. А вот доводить надо было, конечно, поаккуратнее. Доигровка не зашла, потому что доводка была, увы, достаточно неряшливой, но есть возможность продолжать. Филиппов поработал пасующим. Опять же отметим, что вклад в данном случае этим в общекомандное дело внес. Тут после такого повтора, то есть сказать, что хорошо кончается. Находились, конечно, в этом розыгрыше после этого эпизода на грани неудачи. Пронесло, и это здорово. Лукаш забил дальше отлично для него в том числе, потому что ему нужно процент в атаке выправлять. 20 было после первой партии, 1 из 5 мячей. Появились проблемы в приеме. Но здесь, опять же, стоит сетовать не только на свои трудности, не на ошибки и огрехи принимающих, а на то, что у немцев достаточно плотная и достаточно стабильная подача полетела в последнее время в начале этой партии. Дмитрий Шаврак. Уже получше, понятное дело, доводка такая, которая практически исключала вероятность первого темпа в этом случае. Но получилось сыграть все равно через 4 достаточно быстро. Для того, чтобы две пары рук Дивиш перед собой не увидел. Ну и так-то, честно говоря, к центральному Педро кое-какие вопросы имеются. Потому что он-то, пожалуй,
должен был в этом случае исходить и из того, что первого темпа не будет точно. И мог чуть раньше движение во вторую зону начинать. А он свое так или иначе на передней линии отвоевал. Отправился подавать. Сумел сесть все-таки под этот мяч для того, чтобы принять его сверху Ореол Камеха. А это на таком относительно низком мяче. Мы понимаем, для него, в общем, непросто, потому что он доигровщик все-таки очень высокий. Ему прям, фигурально выражаясь, нужно укоротить себя втрое для того, чтобы все-таки такой мяч сверху принимать, что, безусловно, более выгодно с точки зрения перспектив. Подача сверху. Прием сверху планера. Он всегда более или менее надежен. Больший контроль мяча. Возникает с этим проблемы. И как следствие тайм-аут Томаса Самелвы. График у нас есть на этот раз. Можно спокойно ориентироваться по счету. При минус 4 для петербуржцев. Приему, да, вопросы, безусловно, имеются уже к этому моменту. Все-таки, увы, в начале этой партии уже суммарно немало неудачных действий накопилось. И в той ситуации, когда соперник подавал силовую. И вот в данной расстановке с планером центрального Унтерхахинга. Сверху, ну, чуть получше с одной стороны, с другой стороны понятно было. Опять же, что здесь нивелируется практически угроза первым темпом. И Дивишу придется что-то придумывать. Его остановили и, в принципе, где-то рядом, наверное, с линией бы мяч опускался. Может быть, и Вау бы ушел. Но так или иначе это не имеет значения уже, потому что Лукаш на пути падения мяча подвернулся. Ну вот, проскочили наконец-то. Давно пора. Слишком уж энергозатратной оказалась эта расстановка, и слишком много было в ней потерь. Хорошо, конечно, очень хорошо, когда ответ придумывается немедленно. В смысле сложности подачи. Но, понятное дело, в сравнении с Педро, по смыслу у Грозера совсем другая. Но могла быть не менее опасной и более опасной. Сразу ответ не придумали, ничего страшного. Еще много пространства для того, чтобы соперника в этом сете догонять. Начинаем очень хорошего, с очень хорошего съема. Камехо с задней линии. Вот как раз он в 4 сейчас появился. И потянуть этот мяч. Выдать передачу под атаку в 4. Сложно очень было. Дивиш из глубины площадки, из-за площадки даже за голову себе пасовал. Так, заступ. Вот, потянулись. 8-11. Надо бы продолжать. Пока продолжить не получится, но начало положено.
Не, пошла уже Рома Клера подача. Матч вообще для него, безусловно, очень сложный пока. Ничего героического в атаке он по ходу первой партии не сделал. Хотя 38% это не катастрофа, но и ничего выдающегося. А вот катастрофа была у него, если верить цифрам в приеме, где всего 11% позитивного, при том, что принимал немало, 9 раз. За одну партию это существенно. Пошел обмен ошибками, который при таком счете. На пользу немцам, конечно. Дуглас на подаче. Он же Дуглас Дуарте Соуза да Силва. Это один и тот же человек. Касание сетки было, по всей видимости, у центрального. Ой, да тут вообще какие вопросы могут быть, точно было. Забивает кросс. Камеха, безусловно, у него тут камень бросать не стоит однозначно, потому что в этот мяч в атаке сложно было вложиться. Высокая провешенная немного передача, нападал он практически с места. А вот тут совсем другое дело, правда, с другим уже совсем персонажем в четвертой зоне, в данном случае это Георг Грозер. 11-14. Опа, потянули, достать нет, там все, судейский столик. Никуда не денешься. Дмитрий Шаврак. Неплохо, все-таки очень неплохо. Они держат уровень подачи по ходу этой партии. Что тут в этой ситуации сможет придумать Порошин, вышедший вместо Ковалева? Увы, ничего по-настоящему интересного для Грозера, который упирается в блок. И преимущество Терхахинга в этом, кстати, восстанавливается до максимального. 16-12. Филиппов. Вот теперь счет правильный. Да, у нас там мелькнул на какое-то время 17-11. Вот только в этом случае Унтерхахинг набирает 17-е очко. Эх, тяжело. Тяжело с планером по ходу этой партии. Много. К сожалению, мы не принимаем эту подачу непосредственно от Педро. Хорошо, что сейчас в конечном счете с первой попытки выкрутились. Ну, понятно, на что Жером Клэр в этом случае рассчитывал. На то, что мяч в руку соперника попадет. Не просчитал этот эпизод. Настолько надежно, как ему хотелось бы. Данила. В данном случае это не страшно.
Но уже как-то необходимо, конечно, добавлять и свою подачу. Со съемом-то более или менее стабильно. А настолько плотного, стабильного давления на подаче, как в первом сете, все-таки нет. Вот сейчас оно появилось и появляются, соответственно, шансы. И единственное, что Порошин отыгран тут же, к сожалению, первым касанием. Но эта ситуация отнюдь патовой не является. Да, все, разумеется, знают, что в таких ситуациях нужно делать. Да, ну и будет перерыв со стороны Штефана Христиански. Все-таки это видно вооруженным глазом. Это совсем несложно заметить, что самое серьезное давление на подаче на его команду по ходу этой партии оказывает именно Лукаш Дивиш. Вот уже в двух расстановках получается, когда он подает. И в силу того, что у остальных-то особенно ничего в этом компоненте игры не выходит, это настолько явно бросается в глаза, что после первого очка, проигранного на подаче Лукаша Дивиша, словацкий тренер Унтерхахинга решается на перерыв. Тайм-аут под руку нашему русскому словаку. Он, тем не менее, достаточно плотную подачу сумел выдать, хотя особых трудностей на приеме не возникло. Она была не очень острой с точки зрения направления. Ну а дальше начинает сбоить Джером Кросс. Минус два. Вот уже значительно сложнее и пытается что-то выдумать Клэр. Редкий случай, когда по ходу этого матча в предстоящему сложной ситуации у него все-таки что-то получилось. Так, слышно, что Кирилл Урсов появился на площадке вместо Лукаша Дивиша. Скорее всего, заднюю линию пройдет. Эх. Замена не работает в данном случае. Точнее, работает, но совершенно не в нашу пользу. Прием Урсова немедленно после выхода на площадку. И сразу же, увы, для нас ошибка. Клэр на протяжении всего матча хромать-то хромает вроде бы. Но в концовке уже два максимально полезных, безусловно, конструктивных действия, которые приносят его команде очки и позволяют держаться все-таки на каком-то удалении. Поздновато, поздновато здесь, кстати, по таймингу на блок-то выходил канадский диагональный Унтерхахинга. А там в площадке. Настолько надежно, что вопросов вообще никаких не возникает. Но они бы могли еще, наверное, возникнуть в том случае, если бы была возможность взять челлендж. Но подобное в Кубке ЕКВ, в отличие от Лиги Чемпионов, не предусмотрено. И, конечно же, это ошибка Флориана Рингсайза, либеро Унтерхахинга. Так, и не идеально доведено первый темп в этой ситуации риск. Однозначно, на который Данила все-таки решается. И риск этот неоправдан. Дугласа отлавливают блоком. 19-20. Ну и после совсем небольшой паузы второй тайм-аут. Нам на радость тренерского штаба Унтерхахинга. Всего один брейковый мяч в запасе у гостей остается. И близки-близки мы максимально к тому, чтобы их достать.
А это уже все-таки не то же самое, что в первой партии, когда там минус 2, минус 3. Здесь до плюс 6 доходило максимальное преимущество хозяев. Гостей, прошу прощения. Так, вот тут доводка есть. Повторять он не решится. И из этого исходили и блокирующие «Зенита» явно. Что на первый темп. Мы видим, у нас Филиппов не выбросился. И пошел в этом случае более или менее успевая помогать накрывать пайп Камеха. Но тут самое главное, что «Ореол» в нужном месте в нужное время для нас оказался. Эх, а вот тут близко, но все-таки за пределами площадки. Ну ладно, теперь уже можно выдохнуть. Выдохнуть, но ни в коем случае, понятное дело, не расслабляться. Очень важный шаг. По ходу этой партии был сделан, и большое отставание отыграли. Пора конвертировать уже имеющееся, безусловно, в активе психологическое преимущество в конкретный результат в этом сете. Не очень удобно и не очень здорово Филиппову мяч не вложится. Попробовать потянуть от сетки. Ну, тут, увы, дальше. Неудачно. И снова минус 2. О, Филиппов совсем не раскрылся. Под атаку. Такой мяч толком не вложится, да. И снова все перерывы выбраны у нас, как и в предыдущем сете. Вынужден свой второй тайм-аут брать и Томаса Мелву. Вот теперь уже тренер Санкт-Петербургского клуба все-таки несколько поэмоциональнее, чем в предыдущих перерывах. Начнем с малого, как говорится. Прием подачи Саши Шталика. Рад нужно выдержать. С этим полный порядок, но, к сожалению, нет, все, мяч падает. В динамике это не настолько здорово видно. Мяч падает туда, куда нужно, но в целом блок все-таки успевал накрыть Георгия Грозера в этом случае. Здорово проходит Педро. Очень удачно пошел между двумя блокирующими. Все предпосылки для того, чтобы забивать, были. Двадцать два, двадцать три. Ну что, кому очко в этом случае? Ну, сложно сказать.
был бы челлендж, конечно, была бы возможность посмотреть. Тут можно было бы ставить однозначный диагноз. А так мяч там либо на пару сантиметров за, либо на пару сантиметров площадки. Опять же, в силу регламента, применяемого в Кубке ЕКВ, проверить это невозможно. В конечном случае решение принято в пользу Санкт-Петербургского «Зенита». И решение это с учетом невозможности задействовать видеопросмотр безальтернативное. Что говорится, вот на этом мы остановимся. Джером Кросс в порядке. Благодаря его удачной атаке первыми до сетбола добираются все-таки немцы. Ошибка в приеме. Увы, подвела, как и очень часто на протяжении этой партии, которая, невзирая на все трудности, невзирая на то, что уровень игры «Зенита» в целом, конечно же, просел по сравнению с первым сетом, все равно могла закончиться в пользу хозяев площадки. Тем обиднее, с одной стороны, с другой стороны, ну, ничего страшного, 1-1, едем дальше. Начинаем третий сет. Вторая партия, увы, завершилась не в пользу «Зенита». Из вещей, на которые стоит все-таки обратить внимание касательно игры соперника, это то, что у них в рамках двойной замены по диагонали выходит номинальный доигровщик Николас Кронтхалер. Но у тренерского штаба Штефана Христиански, собственно, другого выхода нет. У него диагональных в составе команды всего двое. Один из них травмирован, основной. И в силу этого, для того, чтобы замену эту проводить, необходимо ему Кронхалера неизбежно задействовать. Коста у него заявку на матч включен формально, как и в первом матче против «Зенита». Но он, собственно, включен был заявку формально, просто присутствовал в стартовом листе и на последние две игры в Бундеслиге, проигранные, как я и говорил, Унтерхахингом.
Ну, вот раз за разом не выходит, понятное дело, опять же, исходя из структуры двойной замены, исходя из того, кто в ней участвует, что в этом матче точно не появится. Даже если он все-таки здесь, хотя я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Просто нужно в зале непосредственно находиться для того, чтобы видеть всех запасных. Унтерхахинга и понимать, приехал он сюда, в принципе, или нет. Но это в целом не так уж и важно. Ясно, что при любом раскладе играть он совершенно точно не может. Раз уж не он, а Кронхаллер на замену выходит. На двойную по диагонали. Ну и Урсов начинает стартовый сет в старте. Этот сет в составе у «Зенита». Порошин далее продолжает. Напоминаю о том, что часть этой встречи у нас на площадке провел Ковалев. Ротация пасующих в ходу этого сезона в рамках одного матча. История для «Зенита» все-таки абсолютно привычная для того, чтобы прям удивляться этому. Поэтому ни в коем случае и не удивляемся. У Камеха по-прежнему высочайший процент в атаке. И по итогам двух партий тоже не 80, конечно, но и 73. 8 из 11. Это тоже весьма и весьма впечатляюще. Филиппов доберет очко на блоке. Четвертое уже в этом отношении. Он безоговорочно самый результативный по данному показателю в составах обеих команд. Ну вот с атакой, прям скажем, не очень. У него всего один мяч был в предыдущем сете. Здесь ошибка, безусловно, которую достаточно спокойно фиксирует Слободан Ковачевич. И спорить здесь нечем. Мяч действительно уже был на половине «Зенита» в той ситуации, когда его Данила цеплял, дотягиваясь только одной рукой. Очень-очень важно все-таки было начать эту партию хотя бы с какого-то преимущества, что уже, в принципе, получилось. Хотя и здесь могло бы быть поинтереснее в этом конкретном розыгрыше. Но в любом случае «Зенит» впереди. Это немало на фоне того, что в этой встрече приходится постоянно догонять, 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 догонять и догонять. И это позволяет себе все-таки сопернику чувствовать относительно комфортно. Рошин успеет. Грозер будет против тройного блока, который он проходит на повторе. Интересно было бы сейчас посмотреть, где конкретно он прошел. Вот сейчас это будет неплохо видно. Между руками центрального и доигровщика. Саша Шталикар эту партию у нас это начинает уже в старте. Подача Камеха — это, безусловно, серьезнейший аргумент, которого, как и подача Грозера, по ходу второго сета не хватало. Сейчас дело пошло. Ситуации, когда дивиш на площадке отсутствует, а больше будет нагрузка в атаке и у Камеха, и у Грозера. Там даже Лукаша все-таки нельзя считать равноценным нападающим для этих двоих. Но все-таки Урсова тем более. Поэтому понятное дело, что нападать-то он будет совсем немного. Скорее всего. 7-3. Все очень-очень неплохо. И вот теперь-то посмотрим мы уже, как у них сложатся дела с погоней.
Таких задач по ходу этого матча им все-таки еще решать не доводилось. Камьеха продолжает делать свое дело на подаче. И снова тут ситуация не подарок совсем для Жерома Клера. Остаются, конечно, какие-то шансы постраховаться. С учетом того, что страхует его, в общем, абсолютно правильно по данному случаю. Мы видим, что здесь и Шавраг, здесь и Шталикар. Но одно дело теория, другое дело практика. Теория. Практический успех далеко не всегда переходит. И попал ли? Все-таки считает, что да. Ну да ладно. И без того эта расстановка оказалась для нас очень и очень продуктивной. Просто, кстати, по итогам второй партии свой показатель эффективности в атаке сумел поднять даже у него. По сумме двух сетов 54. В целом, мы имеем в виду то, что было 47, по-моему, в первой. Получается, что второй сет прошел реально весьма и весьма удачно для него. Он не больше всех нападает. Чуть почаще доводится делать это Жерому Клеру. По итогам двух партий, опять же, подчеркиваю, 15 против 13. Но куда как эффективнее диагональный пока, потому что у француза только 33%. Нас это как раз вполне устраивает. Но, правда, это тоже очень важно учитывать, когда мы смотрим на статистику в отрыве от конкретных розыгрышей, от роли волейболиста в конкретный момент. Мы можем забыть об этих самых важных моментах, а забывать ни в коем случае не стоит о том, что Клэр сложнейший мяч забил в концовке, и дальше у него эйс был. Но важность этих двух мячей переоценить нельзя. Там Унтерхахинг находился уже на грани поражения во второй партии, после того, как «Зенит» отыгрался с минус 6. Повнимательнее с подачей Шталикара. Он огружает в первую очередь Камьеха. Это абсолютно ожидаемо. И ничего удивительного в этом нет. Матч, в которых он принимает, его, скажем так, заставляют принимать соперники больше всех в составе «Зенита». Выдающимися с точки зрения средней статистики не назовешь. Ну и вот в этой встрече, соответственно, тоже он пока принимает чаще других. Более или менее стабилизировался Унтерхахинг. Кое-что пошло со съемом. Хотя вот тут розыгрыш с таким явным везением для Дмитрия Шаврака. Ну, момент такой, где был, где, конечно, как минимум хотелось бы мяч в игре оставить. Надо учитывать, что он только неудачно за блок падал в шестую зону, в то самое пространство, которое на задней линии игрока, именно задней линии, не защищалось. Потому что блоком перекрываться в теории было должно. Однако, так или иначе, их успехи на съеме, в общем, глобально им ничего не дают. С учетом того, что и «Зенит» свой съем, соответственно, удерживает. Продолжая пребывать на почтительном удалении от соперника. Ошибка при выполнении передачи. Скорее да, чем нет. И в любом случае с этим не поспоришь. Да, да, я бы согласился.
Ну и вот тут уже приходится Данилу что-то выдумывать. Выдумывает он скидку, настолько читаемую и очевидную, что его останавливают. Ну и далее в развитии розыгрыш. В пользу нашей команды завершается. И Шамрак, понятное дело, даже в площадку не смотрел. Искал контакт с блоком и... Ну, не каждый раз. Не каждый раз. Вот такие моменты на тройном блоке будешь выигрывать. Безусловно. То, насколько все не здорово было в приеме по ходу второй партии, это прекрасно видно было, во-первых, невооруженным взглядом. Вот сейчас мы видим, что, опять же, если брать статистику по итогам двух сетов, то по сравнению с первой партией процент позитивного приема у «Зенита» просел до 43. Понятное дело, что в конечном счете, если отдельно взятую статистику второго сета рассматривать, там показатели были вдвое хуже на круг, чем в первом сете. Ну и сейчас все значительно стабильнее, конечно. Так, вижу, мелькнул там Алексей Сафонов. Четко не зафиксировал, когда он вышел у нас на замену. Но теперь, так или иначе, в игре он участвует понемногу, начинает, начнет так или иначе свой вклад вносить. Здесь Грозер, конечно, в порядке номер отнюдь не отбывал. Ну и немцы не подняли мяч, который подниматься, по идее, должен был бы и на блоке. Здесь не прыгали, как раз исходя из того, что он сильно был отведен. Такие мячи вроде бы в теории должны, да, подниматься с большим процентом на задней линии. Но у Камеха все-таки очень большая высота съема, высокий прыжок, рост серьезнейший. И даже в такие отведенные мячи он способен по-настоящему не шутейно вкладываться. Да еще и попал в конечном счете удачно. Это неплохо, и как отдельно взятый эпизод выглядит, конечно, красиво, но преимущество «Зенита» — это самое важное. Уже близким к двузначному является. И в этой партии, по большому счету, конечно, для «Унтерхахинга» свет уже выключили. Дмитрия как раз прихватили в двух эпизодах. Разгуляться ему уже не удалось, последних для него на передней линии. После чего и подача не полетела у украинского доигровщика. Парушин будет подавать. Так, выпустил на площадку и резервного пасующего Даниэля Кончела, и Кронтхалер появился, но Кронтхалер в данном случае появился принимать, потому что и Джером Кросс на площадке у нас, а принимать Тём появился вместо Дмитрия Шаврака. Богатую жизнь проживает, выходя на замены. И по профилю, что называется, и по диагонали приходится выходить эпизодами. Вот так или иначе, во всех трех партиях он у нас на площадке появился. Очко за «Зенитом» 28. В общем, есть не иллюзорный шанс даже из 10 не выпустить соперника в этой партии.
Встряхнуло команду, безусловно, поражение в предыдущем сете. И стало всем окончательно понятно, что здесь все, безусловно, всерьез. Ну, итак, давайте. Наверное, на подходе к этому противостоянию «Зенита» с «Унтерхахингом» вряд ли в планы команды из Санкт-Петербурга. Вот так, если уж совсем честно, по гамбургскому счету, ходили два матча с проигранными сетами. Это при всем уважении к клубу, который не исключено, может быть, даже по итогам этого сезона в Бундеслиге сможет и за Лигу чемпионов зацепиться, если, как говорится, все зайдет и заколосится. Все-таки это, пожалуй, перебор. Ну, да, опять же, это будет значить что? Это будет значить, что по завершении этого четвертьфинала выйдут они из состояния с высоко поднятой головой. Ну, прям, скажем, не стыдно. Уперлись в домашний матч с 0-2 в пятый сет, игру затянули. Здесь уже партию выиграли, тут в трос. И видно было, и слышно хорошо, что мяч так основательно, безоговорочно в трос прилетел. Тут уже начинает просто натурально избивать. 23-9. И близко вроде бы, но Джером Кроссер от мяч не потянул в защите. Здесь веселее значительно, но опять же это просто эпизод, вырванный из контекста по существу. Контекста всего происходящего на площадке в последние минуты на протяжении этой партии. Который, в принципе, и недолго и получается. Быстро она пройдет. Это уже понятно. По десяточке они все-таки добрались. Сафонов будет подавать. Идеальная передача. Мяч был у Клэра немного за головой. Появляется возможность для доигровки. Передачу отдает Яковлев. Ну и Урсов. Точно редко очко в атаке для себя набирает. Ну, в общем, и исходили из того, что нападать он много не будет. Тут есть кому. В целом, сбалансировал игру он неплохо в том, что касается в первую очередь приема, который, безусловно, был гораздо более качественным. Впрочем, это не только его заслуга, но и его в том числе по сравнению с по предыдущим сетам. И сверхнадежнейшая победа «Зенита». Остается взять одну партию для того, чтобы уже спокойно думать о том, что будет дальше в этом турнире.
Идем дальше. Начинается четвертый сет. 2-1 в пользу «Зенита». И третья партия была выиграна без всяких вопросов. Со счетом 25-10. Конкретно в этом противостоянии, о, поприветствуем олимпийского чемпиона. Конкретно в этом противостоянии такого большого разрыва в счете в пользу «Зенита» не было еще ни разу. На первую партию в этом матче помним. Сеты выигранные в Унтерхахен где-то 25-20, 25-22. Укороченный пятый здесь оставляем немножко за скобками. Там, понятное дело, напрямую сравнивать нельзя. Да, начинаю с удачной подачи. Что тут? Ну, во-первых, основной пасующий на площадке. Урсов у нас для начала в приеме ошибся. В предыдущей партии свои 2 из 3 забил. Включая последний мяч. А Камеха продолжает выжигать все напалмом. И по итогам трех сетов по-прежнему выше 70% КПД в атаке. 12 из 17. Теперь получается уже еще чуть получше. 13 из 18. Филиппов по-прежнему самый результативный блокирующий этого матча в составах обеих команд. И имеем в виду при этом то, что его уже достаточно давно на площадке нет. И этот сет тоже мы увидим, у нас начинает Алексей Сафонов. У Унтерхахинга, кстати, больше всего очков на блоке набрал пасующий основной Данила. 3 из 5 общекомандных. Центральные блокирующие у него, все трое, которые в этом матче на площадке появлялись, на все 3 набрали 1, например. Шталикар пока еще в этом смысле не отметился, и мы будем не против, если не отметиться. На силовую, кстати, решил перейти. До того в этом матче подавал он исключительно планер, насколько я помню. Проблемой для Камеха, который раскрутился на полную мощность к этому моменту матча, все это не стало. В общем, и для приема проблем не было тоже. Педро, конечно, хотелось бы... А так, для полной очистки совести этот разочек блоком все-таки отловить, поскольку, ну, он забил, безусловно, не все. Сейчас прям получается у него 6 из 9. Но ни одной ошибки, плюс ни разу блоком его не закрыли. Что-то смягчалось, что-то поднималось. Но пока в целом вот его индивидуальная статистика выглядит достаточно впечатляюще. Нужна подача. Это предсказуемая, конечно, скидка по такому мячу. Но... На Данила работает то, что здесь он очень резко выполняет ее. Мяч достаточно быстрый. И, увы, подстроиться под него толком никто не успевает. Жаль, потому что Камеха в таком тонусе находился после удачной серии в атаке и хорошей первой подачи, что это могло, конечно, в перспективе затянуться. И закончится чем-то масштабно нехорошим для гостей. А вот и зацепили его. Впрочем, он и сам шлагбаум успел поставить, а со второй попытки забивает. Очень конструктивно и объемно в этом розыгрыше Педро поучаствовал. Сейчас был в центре внимания постоянно. Раз нападал, потом на блоке помог и в итоге со второй попытки забивает.
Но Дурсову тут не просто будет. Хорошо, что справляется, потому что на таких мячах, конечно, ну при всем к нему уважении, он так много, как Камеха, не забьет. Очень здорово, что так. Там прием, который сейчас осуществился чудом исключительно, потому что мяч попал в плечо, да, и мы видим, что Дмитрий Шарак на плечо показывает. Там ни о каком контроле мяча речь не шла вообще. Бывает. И с той, с другой стороны, к этому отнеслись определенной долей юмора. Все прекрасно понимают. Хорошо закрывают тройным. Тяжело на групповом блоке, конечно. И в силу то там возникающих трудностей Жерому Клэру таких мячей достается немало. Отсюда и проблемы с его статистикой. Они объяснимы вполне. Шталик Хару, конечно. Где он такой хорошей скорости съема и силового акцента в атаке не хватает. В отличие от того же Педро, силу этого и нападает он, конечно, реже. И менее опасен, безусловно. Даже если блоком проходит, мяч-то, прямо скажем, летит так себе. Почему ему удалось зацепиться? Ну и следом 8-5, плюс 3. Дело пошло. Тайм-аут Унтеркахинга. Георг Грозер продолжит. Так, мяч достается нам сразу же. Это, конечно же, мяч либера без вопросов. С его двойным блоком остановили. Уф. Жаль. Тут можно было, конечно, чудом и оставить мяч в игре в итоге. Камеха небольшие трудности с приемом. Но подача достаточно плотная была. А что, кросс? Кросс, двойной блок проходит. Там разрыв был. Расклад сил его пользу в целом по такой передаче. И вот тут на скидке на это и фортануло Данила, конечно. Чуть в сторону, чуть левее, чуть правее, конечно же, мяч после этой скидки Яковлева падал бы. Ну что, снова в Камеха. Да, и снова принимать приходится Ореолу. И кто? Ну, парни. Данилу сейчас, по-моему, натурально всем находящимся на площадке откусит голову, потому что он пасовать в этом случае не мог. Первое касание было за ним. Он в защите потянул очень непростой мяч. Ну и дальше не диагональный. В этом случае вот это точно можно говорить. А к остальным, кто мог до этого мяча дотянуться, вопросы, конечно, имеются. Thank you.
это их трудности, их трудности мы, безусловно, переживем. Вот четвертый центральный у нас в деле. Томми Сирила. Яковлев с касанием блока забивает. Чуть не успел. На эту высоту не вышел. Вот тут уже никаких шансов поднять скидку Ивана Яковлева на этом переходящем мяче нет, в отличие от того эпизода, где он выполнял скидку одной рукой. Второй тайм-аут Унтерхахинга получается уже к середине партии, к счету 12. Штефан Христианский выбрал свои перерывы. Ну, безусловно, ситуация заставляет, конечно, делать его это. Саммари имени Педро, в общем, вполне заслуженно. Как игрока, который в конечном счете, наверное, будет иметь самую впечатляющую статистику в составе этой команды. И то, что для него, как для отдельно взятой боевой единицы, этот матч получается, в принципе, более или менее неплохим. Картины в целом не меняет, и это для нас хорошо. Яковлев снова выходит безоговорочным победителем из противостояния с Томми Сирилой. Тут не такая частая возможность по ходу этой партии, а если честно, то прям скажем редкая. Строить игру в атаке после идеальной практически доводки. Ну и тут у команды, безусловно, с высоким процентом что-то должно получаться. Сафонов отпринимался. Тут ситуация с падением мяча от троса после подачи требовало, конечно, его участия однозначно. Ну и он тут сделал все, что нужно. Удачно, удачно для него. С учетом того, что мяч был немного за головой. Розер явно удержится на уровне выше 50% по эффективности в атаке. И в этом матче, да и в целом в двухматчевом противостоянии. Что у него в первой игре было 59. Ну вот сейчас вполне может быть нечто похожее. В том, что игра это постепенно движется к завершению, сомнений особых уже нет. Ну и тут немного напридумывав себе в конечном счете выкрутились.
Оп, ну да, вот тут идеально. С учетом того, что все они пошли близко к трехметровой линии. И очень удачно мяч вылетает после первого касания на руку Георгу Грозеру. В 5 сбросить его, и дальше никаких шансов у соперника не будет. Педро свое забьет, это ладно, это мы переживем. Он, в общем, понятно, пустым переднюю линию не пройдет. Ситуация, когда достаточно простая подача, когда мяч доведен. Искать будут в первую очередь его, потому что он, безусловно, надежен по ходу этого матча. И, опять же, подчеркну, что-то зацепили, что-то достали в защите. Но ни одной ошибки у него нет, и ни разу блоком его по-прежнему не закрыли. Никлас Кронхаллер снова там появился у них на площадке в 4-й раз за 4 партии. Ну, по совести говоря, спорить с судьей на вышке, со Слободаном Ковачевичем, бессмысленно совершенно. Если решение принято, он его не изменит, и нет никакой технической возможности апеллировать. Яковлев отбивается, но вот тут в этом случае все-таки Томми Сирилло был близок к тому, чтобы достать Ивана. То, что руки он все-таки чуть в сторону сносил, на блоке сыграло за нашего центрального. И ничего страшного. Бывает, неудачно получилось, но тут и азарт понятный, потому что несколько скидок уже, в том числе одноудачный вот на этих мячах, совершал Яковлев. Плюс у него на протяжении этой партии в атаке полный порядок, поэтому азарт, конечно, есть, и есть желание за счет собственного усилия побыстрее эпизод завершить. Все это с учетом счета уже мелочи. Весь в дыму битвы Томаса Мелвея, можно так сказать. План удачный получился. Дым-машина как раз в этот момент заработала. Как часть анимации на арене. Да, все равно что-нибудь из переходящих мячей обязательно ему прилетит. Так, с частотой раз в 1,5 минуты в среднем в этой партии получается. И тут уже есть возможность вложиться по полной. Состав приходится крутить, да, вводить в него новые, скажем так, относительно новые по этой партии фигуры. По ходу матча уже, безусловно, узнаваемые. Резервный диагональный появился. Вот этим составом они уже партию и будут доигрывать. Партию и, соответственно, матч идеально для Георга Грозера. Проходит он блок. Начало сета было соло от Ореола Камеха. Сейчас под конец партии и матча значительно больше нагрузка в атаке у Георга Грозера. Он все забивает. Соответственно, в конечном счете на очень хорошую индивидуальную статистику. Так же, как и Ореол, он выйдет. Ну и, конечно, нельзя не отдать должное Ивану Яковлеву. Даже с поправкой на парочку ошибок, он их компенсировать, нивелировать сумел полностью. Вклад в этой партии немал его, и в итоге
Все, чем немцы вынуждены будут удовлетвориться, это то, что погром был не такой устрашающий, как в предыдущем сете. Но разница все равно колоссальная. Тут ничего не придумаешь. Толком блоком смягчается. Да, в общем, и атака была такая, что она серьезной угрозы не предполагала. Там и не рискнул игрок Унтерхахинга. У Яковлева есть шанс закончить встречу. Ну, не сходу, ничего страшного. Так, его уже с площадки провожает, прекрасно понимая, что вероятность его возвращения в игру в этой конкретно встрече с учетом имеющегося счета равна примерно нулю. Ну, очко это все-таки набрать надо, и кто его наберет? Не Ореол Камеха, пока, по крайней мере. А вот Георг Грозер вполне может быть, да, так оно и получается. И в итоге в этой партии 25-15. Ну что, «Зенит» у нас вышел в следующий раунд. По сетке мы прекрасно знаем, что следующим соперником для санкт-петербургского клуба станет победитель пары «Локомотив» Новосибирск, который Линдеманс бельгийский. У бельгийцев Новосибирск первый матч выиграл со счетом 3-0. Четвертого пройдет встреча в гостях. Там, в общем, команда не подарок, чуть выше среднего. Но, с другой стороны, и в этой паре все тоже достаточно предсказуемо. Поэтому с большой вероятностью мы можем говорить о том, что в полуфинале Кубка ЕКВ сезона 2019-2020 санкт-петербургскому «Зениту» предстоит встретиться с новосибирским «Локомотивом», соперником непростым, соперником, у которого и выигрывать доводилось, и проигрывать ему доводилось тоже по ходу текущего сезона, тем, как говорится, будет веселее. Но для начала «Локомотиву» все-таки предстоит выход в следующий раунд оформить. Поздравляем петербуржцев с победой, и тренера их Томаса Самойлова, конечно же, тоже. И за сим, дамы и господа, позвольте откланяться. Меня зовут Тарас Тимошенко. Всем пока, до встречи на волейболе.